В декабре десятилетие со дня образования отмечает Центр патриотического воспитания молодежи «Спектр». Торжество по этому случаю прошло в центре «Спутник». 10 лет – это значимый рубеж, через который перешагнули члены «Спектра». За это время проделана колоссальная работа в сфере патриотического воспитания молодежи. Проведены сотни спортивных мероприятий, форумов, благотворительных акций. Также созданный на базе центра поисковый отряд десятки раз выезжал в экспедиции на бывшие поля сражений в годы Великой Отечественной. Благодаря их работе были найдены и опознаны бойцы, которые до этого считались пропавшими без вести. Это очень сложная работа, и низкий поклон им за эту работу. И воспитание подрастающего нашего поколения, патриотическое воспитание – это самое главное, чтобы история не была забыта, потому что ее многие хотят переписать, но мы этого не дадим. И спасибо таким организациям, которые существуют. Невероятный трепет и невероятная гордость от того, что делает «Спектр». Низкий вам поклон. Потому что история, не только важна история и история в наших сердцах, очень важно, чтобы в нашем подрастающем поколении воспитывалось здоровое чувство патриотизма, любовь к нашей Родине. «Спектр» активно сотрудничает со многими учебными учреждениями округа, молодежными активами, благочинием, общественными организациями. За добросовестный труд и активную деятельность в сфере молодежной политики сотрудники центра «Спектр» и волонтеры были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами главы и совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Иликино-Дулевского благочиния. 2020 год в России объявлен годом памяти и славы, поэтому он станет особенным для «Спектра». Уже сейчас специалисты центра готовят патриотические мероприятия и форумы по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.